Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить», информационный обзор дня сегодняшнего. Главные темы уходящего вторника в коротком изложении выглядят так. Изгнанники Рязанской организации родителей и детей инвалидов, возможно, обретет пристанище после того, как людей попросили из здания в НИМС. Горит, горит травушка, муравушка. В Рязани продолжаются поджоги сухой травы. А теперь обо всем подробнее. Недавно показанный репортаж о выселении городской организации родителей детей-инвалидов из помещения в системе Всероссийского научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства, кажется, нашел продолжение. Находится это научное здание в Рязани на улице Щерса, и не нашлось там места для инвалидов. Долгое время оно было, но, по всей видимости, таковы сейчас времена и нравы. Напомним, как было дело. Вот фрагмент нашего материала. Председатель городской общественной организации родителей детей-инвалидов Тамара Толоконникова говорит, что уже более 20 лет преподаватели работали со сложными детьми. Учили их рисованию, выжиганию по дереву, бисероплетению, народным ремеслам. Однако весной прошлого года директор научно-исследовательского института, в котором на протяжении этих двух десятков лет базировалась организация инвалидов, попросил их освободить помещение. Мне принесли письмо о том, что мы вам теперь не можем больше предоставлять это помещение. Причиной было расширение арендных площадей. Вот. Впоследствии я поняла, что это не причина, а всего лишь навсего предлог. Почему так захотелось ему сразу нас попросить, я к нему, конечно, спустилась и стала с ним разговаривать. Я поняла, что... Да, и принесла ему письмо ответное, что мы не можем к такому-то времени освободить помещение. Это нереально. Во-первых, нам некуда идти. Во-вторых, просто хотела как-то по-мирному с человеком поговорить и показать, что мы из себя представляем, и что мы совершенно не социально опасны, что мы делаем такие дела, на которые следует обратить внимание. Первую атаку удалось отбить. Однако спустя почти год, в этом марте, родителей и детей инвалидов попросту перестали пускать через проходную. Сорокин Николай Тимофеевич больше мне ничего не сказал. И говорит, собрал своих замов и говорит, у нас не благотворительное общество, у нас не клуб по интересам, у вас свое, у меня свое. Вот, и поэтому давайте до такого-то времени. И опять нам дал срок. Председатель организации родителей детей-инвалидов Тамара Толоконникова говорит, что причиной их выселения является желание руководства института сдать освободившиеся площади в аренду. Организация инвалидов не способна оплатить необходимую сумму. Директор в НИМС Россельхозакадемии Николай Сорокин на переговоры не идет. Мы связались с секретарем Сорокина по телефону и получили ответ, что Николай Тимофеевич на такие темы с прессой не общается. Интересно, а на какие же темы готов общаться господин Сорокин? О развитии сельхознауки и механизации во имя процветания человечества? О том, как накормить страждущих в России, как помочь нуждающимся? Но в свете того, что произошло, как-то неудобно, наверное, будет говорить о высоком и научном. Выходит, что необходимого для занятий прикладным творчеством помещения нет, идти детям-инвалидам просто некуда. Такая вот научно-исследовательская история получается. Сегодня стало известно, что рязанские власти сумели отыскать помещение для организации родителей детей-инвалидов. Хотя бы кто-то сообразил, что есть на свете вещи не менее серьезные, чем механизация сельского хозяйства. Сегодня проходил судебный процесс по делу об убийстве женщины в Ряжске в Никольском храме. Напомним, около года назад продавщица иконной лавки получила смертельные ножевые раны. Преступник польстился на несколько недорогих украшений, которые продавались в лавке, да на кружку с пожертвованиями. Полицейские искали его при поддержке общественности и нашли. Продолжает Оксана Тебенихина. В Рязанском областном суде состоялось оглашение приговора уроженцу Северного Кавказа, обвиняемого в убийстве служительницы церкви. Напомним, в марте 2013 года ныне обвиняемый прибыл из Москвы в Ряжск. Пришел в местную церковь и почистил во дворе снег, за что получил от настоятеля плату. В церковной лавке он увидел золотые и серебряные украшения. Это и стало причиной трагедии. Через несколько дней рано утром подсудимый снова пришел к церкви, прихватив с собой нож, и попросил разрешения у служительницы войти, чтобы помолиться перед иконой. Алигаджи 2 апреля 2013 года в период времени с 7 часов до 7 часов 30 минут, находясь в трапезной Никольской церкви, воспользовавшись тем, что Семизаров занят своей работой, не следит за ним, подошел к ней и взял правую руку, имевшись при нем нож, и, используя его в качестве оружия, неожиданно напал на Семизарова. И клинком ножа с целью убийства умышленно нанес ей один удар в область брюшной полости спереди. Умышленно нанес ей ногой, обутой в обувь с твердой подошвой,
не менее 5 ударов в область головы, а также нанес не менее 1 удара по руке. Женщина просто оказалась не в то время и не в том месте. Убийца оценил ее жизнь в 250 тысяч рублей. Именно на эту сумму обвиняемый набрал драгоценностей. Суд вынес свой вердикт. Убийца по приговору проведет за решеткой 17 лет. И сверху 2 года его свобода будет ограничена. Рязанские пожарные продолжают сражаться с традиционными по весне поджогами сухой травы. Эти планы наши корреспонденты сняли в это воскресенье, неподалеку от торгового центра «Зельгрос». Почему идут пожары, не знает толком никто. Скорее всего, дело здесь не в сельскохозяйственных секретах. Конечно, есть мнение, что после такой вот тактики выжженной земли новая трава лучше примется, однако простая логика говорит об обратном. Огонь уничтожает не только траву, но и неблагоприятно влияет на почву. Бороться с такими вот огненными феериями стараются методами строгих мер. Большие штрафы, серьезные наказания, вплоть до срока, ответственность родителей за детские шалости. Но ничего не помогает. То ли народ российский мыслит по привычке «не пойман, не вор», то ли не опасается наказания, дескать, поймают как-нибудь, как сейчас выражаются, отмажусь. А может, вообще людям все равно, как и что рядом происходит. Говорят же, хоть трава не расти. Ну а тут другая поговорка вспоминается. «Гори оно все огнем». И горит. Сегодня в Рязани презентовалась книга нашего известного земляка, фронтовика, почетного гражданина города, кавалера боевых наград Анатолия Сергеевича Прокофьева. Ну а мы еще знаем его как старшего коллегу, неутомимого журналиста, репортера, публициста, даже телеведущего. Просто диву даешься, сколько энергии может таиться в одном человеке, тем более отнюдь не юным. Так держать Анатолий Сергеевич. Продолжает тему Наталья Новикова. Быть патриотом не просто, не единственная книга автора, но очень актуальная в наше время. Что значит быть гражданином, патриотом, как им стать и нужно ли это в современном мире? На все эти вопросы попытался ответить известный в нашем городе журналист, почетный гражданин Рязани, участник Великой Отечественной войны Анатолий Прокофьев в своей книге, презентация которой прошла сегодня в Музее молодежного движения. Перед рязанскими кадетами и коллегами-журналистами выступил издатель книги и главный редактор Алексей Хлуденев. Он рассказал собравшимся о том, что книга обращена к молодому поколению. Состоит она из очерков, статей, фотолетописи и посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне. И несмотря на то, что книга была закончена до событий на Украине, она абсолютно актуальна и в свете сегодняшних событий. Ну, в этой книге, конечно, украинский вопрос не поднимается, просто она вышла раньше. Раньше, да. А то же самое, проблемы те же самые, патриотизм. Вот. Я лично считаю, что эта книга в тон нашему времени. И я думаю, что, и не только думаю, но уверен, что автор очень рад, что наш народ так живо откликнулся на проблемы, которые сейчас происходят на Украине, и встал на защиту украинского народа и принял Крым в свои объятия. В общем, давайте читать книги, хорошие книги. И все-таки учиться патриотизму, потому что это по-настоящему самая важная наука в жизни каждого. Хорошая книга, хорошим человеком написанная. Что может быть лучше? На сегодня у нас все, но впереди еще программа подробностей, героем которой сегодня стал Олег Крапивин, офицер, спортсмен, чемпион мира, опередивший всех соперников на соревнованиях, которые проходили недавно в Будапеште. Рязанец выиграл дистанции в кроссе и полумарафоне среди спортсменов старше 35 лет. Так что еще не всем рассказали сегодня о наших замечательных людях. До встречи завтра в программе «Время говорить». Сегодня и на протяжении всей недели в антикафе «Биг Бен» на Московском шоссе в бизнес-центре «Престиж» можно не только весело провести время с друзьями, но и помочь частному мини-приюту для животных и еще один шанс. Это единственный приют в нашем городе, в котором спасают тяжело больных кошек и кошек-инвалидов. В антикафе «Биг Бен» вы сможете увидеть многих спасенных животных на фотографиях, узнать о сложной истории их жизни и поучаствовать в их судьбе. Люди могут приходить, то есть, может быть, кто-то им понравится с фото. Мы еще сюда некоторых попозже еще немножко фото принесем, чтобы люди видели, может быть, кто-то им понравится, может быть, они захотят забрать, подарить дом, да, может быть, они захотят помочь тем, кто еще находится на лечении. То есть, есть у нас такие кошки в приюте, которые наверняка у нас не найдут хозяина, потому что они уже есть старенькие много, вот, больные, вот, поэтому им, как бы, пожизненное содержание, все равно на это все нужны средства,
нужна помощь волонтерская, то есть много чего нужно, как бы двумя вот всего двух людей мы не очень справляемся, скажем так. А можно просто прийти сюда, выпить кофе, поиграть в настольные или компьютерные игры, посетить тренажерный зал или посмотреть фильм в небольшом кинозале. И 15% от заплаченных вами денег, а их здесь, кстати, платят только за время пребывания, будут направлены в мини-приют и еще один шанс.